Приветствую вас. Как правильно сказали мои коллеги, биполярным расстройством это быть не может, потому что музыка никак не влияет на ход данного состояния. Вот. Поэтому совершенно точно у вас не биполярное расстройство. Ну вот, что совершенно точно с другой стороны у вас может быть, так это определенная подавленность своих желаний, определенно низкий эмоциональный интеллект у вас. То есть, в том смысле низкий эмоциональный интеллект, что вы не отдаете себе отчета в том, что за чувства вы испытываете, к примеру. То есть у вас нет как бы понимания того, откуда данные чувства у вас имеют место быть, к примеру. Почему данные чувства у вас имеют место быть, к примеру. Вот. И так далее. Вот это то, о чем действительно нам с вами нужно говорить. Потому что даже если у вас действительно имеет место биполярное расстройство, даже если, в чем я лично сильно сомневаюсь, да, но даже если у вас есть биполярное расстройство, то мы как психологи, мы как психологи, вам вряд ли можем здесь помочь, потому что мы не занимаемся именно заболеваниями, мы не работаем с заболеваниями конкретно. Вот. Поэтому я надеюсь, что данный аспект вы обязательно учтете при анализе данной ситуации. Вот. Для нас, как для психологов, очень важно, когда и как, с чего данная история у вас началась. То есть, с чего она у вас началась? Вы говорите, что вот в последнее время у меня, да, в последнее время вы же пишете, сейчас посмотрим, на протяжении 3-4 месяцев стали замечать. То есть, это не было у вас всю жизнь, да, это было вот именно 3-4 месяца. Ну и, соответственно, нужно данный момент исследовать, нужно данный момент смотреть и анализировать. И, собственно, тогда будет уже несколько более понятно, о чем идет речь, что произошло, к примеру, вот 3-4 месяца назад. Что случилось 3-4 месяца назад. Вот. Может быть, какие-то события вас подвигли на то, что, ну, на то, чтобы так себя чувствовать. Вот. То есть здесь, на мой взгляд, нужно анализировать. Без анализа, на самом деле, никуда. Вот. Но я могу сказать, да, что вот можно вести речь исключительно и только о низком эмоциональном интеллекте.
и о музыке, как о запуске, к примеру, ассоциативного ряда. То есть музыка, по сути, запускает у вас, вот, ассоциативный ряд. И это говорит о том, что твои чувства, твои желания, вот, вы не выразили должным образом, вот, к сожалению, почему-то, вот, и, соответственно, они остались у вас. И, скажем так, теперь они вас беспокоят. Вот. Нужно понять, что это за чувства. Нужно понять, что это за желание. Нужно понять, что это за переживания, откуда они взялись. И, соответственно, что это с ними делать? То есть, например, как-то их выразить, к примеру. Вот. Как выразить, почему, для чего выразить, это уже детали, это уже можно будет исследовать, значит, ну, это уже можно будет понять. Тоже можно будет понять именно исходя из того, какой вы человек. Вот, какой вы человек и что для вас, к примеру, является важным. Вот. То есть, грубо говоря, подобрать именно подходящую для вас форму выражения ваших потребностей, ваших желаний и так далее. Но для этого необходимо, как я уже сказал, для этого необходимо работать с вами и анализировать. И не забывайте, пожалуйста, о том, что не забывайте, пожалуйста, о том, что психологи диагнозов не ставят. Вот. То есть именно диагноз не то, чем занимается психолог. Вот. Психолог все-таки больше по, ну, по анализу именно вот человеческих переживаний работает. Поэтому я очень рекомендую вам обратить свое внимание на данный аспект. Очень рекомендую. Вот. Вы можете сами проанализировать то, что вот происходило с вами в последнее время, то, что вас вызвало, к примеру, потрясение. Вот. И, собственно, с этими потрясениями, вот, которые у вас имели место быть, допустим, вы можете обратиться к психологу и проработать их с ним. Если уж так вот получилось, да, если уж так пошло, если уж вот такие переживания вы испытали. Этого не нужно сняться, этого не нужно стыдиться, но важно, что вот сейчас, на данный момент, да, вы как бы обратили на это внимание, вы это заметили, это хорошо. Хорошо, что вы заметили. Но этого мало. То есть, как бы, нужно больше. Нужно больше именно информации о вас. Вот. Понимаете?
такая история. Надеюсь, я смог понятно все до вас донести. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Я буду рад ответить вам на все вопросы, которые у вас остались. Вот. Обращайтесь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. И небольшое такое заключение, да, небольшой такой скриптом. Вот вы говорите, что у вас может быть это биполярное расстройство. Вот скажите, пожалуйста, почему вы подумали именно о нем? Именно о биполярном расстройстве. Почему вы подумали о нем? Почему из всего, что может быть, да, вы пришли именно к этому выводу? По какой причине вы пришли именно к этому выводу? Может быть, у этого были какие-то вот свои основания. Может быть, были, может быть, не было, вот. Но так или иначе, по какой-то причине вы выбрали данный аспект. Вы выбрали данную сторону. У этого должна быть своя причина и мотивация. Вот. На этом все. Еще раз, значит, я желаю вам всего самого доброго и удачи.